7 градусов температура воды. Игорь Владимирович Дубунов. Сегодня 5 мая. Смотри, как дела. 2024 года, первый день Пасхи. И вот он купается. Так, не купаюсь, я говорю, а плаваю. Я не знал, что это разные слова. Видишь, как он надувается. Все. Я уж уговаривал, в холодную не ходи. Сдается, блин, пошел. Вот он заехал за мной, 3 часа было дня, 4. Семь градусов, говорит, ну вода-то. О, его собачки, 3 собачки подошли. Вот и все. Вот они языки выпустили, ну, подошел, лизнул и все. Сами залазят собаки, побегают, это сзади идет. Все одинаково во всем мире. Рождаются, умирают. А это вот где новостройка у них тут идет. Где. А это... Вода еще несколько стылая. Да. А это вот труба, прямо напротив музея, где его жена Марина Геннадьевна работает. Вот она. А эти здания-то насколько, так прямо провести, насколько выше? 21-22 этажа. Не приведи Господь, если еще случится землетрясение или еще тут. Ой-ой-ой. Да всякое разное в мире бывает. А это вот такая красота растет. Это элеватор. Элеватор. Там люди хорошие, я знаю. Помогали нам детскому лагерю, мукой. О, собаки где лазят. Клопов-то этих, клещей-то нахватает. А та задыхается. Пузырек. Видишь, она какая, язык высунула. Ох, язык мелькает только. Как-то ее карамелька, что ли, зовут? И для кого она карамелька? Для волка? А-а-а. Вот она как. Давай. Ну, хорошо, хорошо. Ну. И там тоже далеко кран стойка идет. И здесь тоже кран стройка идет. Так это рядом, это рукав от Оби. Там река Обь. И поэтому тут ни наводнения, тут наводнения никогда не бывает, не было. А мы живем там выше, то сколько, ну, метра 4-5. Там может еще выше. А то у людей там на 11 метров поднялись.
Я снимаю носки. Это специальные носки, вот от них вся... Палочка снимает. Да. Они... Помочь? Нет, нет. А у меня так помогают. Я не могу наклонять сейчас. Я аккуратненько снимаю. Повери маленько сюда, я потяну за него. Ну потяните. Давайте. Раз, два. Фух ты. Ух, что тут натворили-то. Ну он это, резиновый, видите. И в нем не холодно. Вкуснее что ли, что резина? И в нем не холодно. Ударил, там воды-то сколько? Мне всю аппаратуру залило. Ну-ка. Батюшка, когда идет, машет кадилом, то я прячу. А это? Она меня облила и эту. А батюшка-то приедет? Говорит обязательно. Ну все. Ну-ка. Вот так.